Команду Ленинска-Кузнецкого представляли Никита Слободин, Любовь Носарева, Алексей Аманов, тренер-преподаватель Татьяна Ельцова. По итогам первенства области в своих классах первое место завоевали Любовь Носарева и Алексей Аманов. По итогам соревнований чемпионата области победителем стал Никита Слободин. В общекомандном зачете команда Ленинска-Кузнецкого заняла второе место. По итогам соревнований победители и призеры получили грамоты и медали Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.